Центральная избирательная комиссия работает круглосуточно. Там для журналистов открыв пресс-центр. Каждые 2 часа члены Центра избиркома проводят брифинги. Там же находятся международные наблюдатели и представители иностранных СМИ. Сегодня в течение дня ожидаются пресс-конференции представителей МВД и Генеральной прокуратуры. И как уже сообщили в ЦИК, все избирательные комиссии работают в штатном режиме. Вся информация поступает сюда, в Центральную избирательную комиссию. Мы ждем прямых включений наших корреспондентов.